Стой, стой, стой! О, началась эпопея. Не, все только начинается. Что, горит? Горит? Подожди, стой, стой, стой! Стой, 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 стой! Тот негодяй. Трассы! Вот это валят. Блин, Макс, только не догони его, прошу тебя. Внимание, внимание, кто стоит на дороге, просьба отойти. Мы запустили. Вот только покрасил, Макс. Макс! Макс, стой! Там обрыв и бетон, блин! Так, я штурман, ты помнишь? Притормаживай! Тут взлет, Макс! Так, на фініші, наверное, мене висадиш. Блин, конечно, задня подвеска. Так, обережно, тут обережно! У батя, кстати, тормоза не роблять, ты бачишь? Ну, в смысле, эти лампочки. Макс, ты помнишь, на Прилуки ще надо на машине ехать, Макс? И аккуратно, тут люди, аккуратно. Аккуратно. Вот нема места для обгона, понимаешь? Понимаю. Это вся проблема. Так, тормози. Макс, не, там обрыв. Макс, обрыв! Ёпа мать! Так, спокойнее, спокойнее. Держимся мы. Подожди, это ж гонка не на кто первый, а гонка просто. Блядь, ну вас нахер. Все, я штурманом первый и последний раз. Макс, притормаживай тут. Макс, тормози, блядь. Это пиздец. Макс, поворот вправо. Так, помнишь, через 20 метров поворот вправо. Не гони, батя будет тормозить этот бешеный. Макс, я, может, не для Ютуба снимаю. Стараться сильно не надо. Макс, подожди, потому что сейчас будет поворачивать. Макс! Ты чё сейчас, бляха? Так, подожди, там машина какая-то на старте. Тормози, бляха! Не пропустит, Макс, летай, ёбана в рот, блядь! Так, Макс, стой, у меня идея. Подожди. Я знаю, как мы его обойдем. Слышишь? Послушай меня, Макс. Слышишь меня? Смотри, не, подожди, не моргай. Заезжаем на финиш. Слышишь меня? Слушай внимательно. Да. И вот та гора, где УАЗ поднимался. Опускаешься вниз. Дорога идет прямая вот так вот туда. Я прослушал уже половину. Так, смотри. На финише дорога там, где УАЗ поднимался. Помнишь? Макс, прием. Ну да УАЗ, ага. Спускаешься туда вниз и по прямой вот сюда гонишь к бетонке. Хорошая идея. И мы, получается, смотри, выйдем вот здесь вот. Вот тут мы выйдем, вот здесь. Но если не. Да, но если не загрузим в песках, конечно, блять. Это вариант опасный, кстати. Но зато контент. Но там надо аккуратно спускаться, если будешь спускаться. Буду спускаться. Только аккуратно, Макс. Там пиздец, там очень жесткий этот съезд. Все, не гони, там аккуратно надо съехать. Все, давай бьем всех. Так, подожди, не гони здесь. Не гони вправо сейчас. Это уже напоминает на Черкасскую лозовую карту. Кто ездил, не ездил никогда? Давай. Давай, газу! Что, это боже?
не газ. Руль ровно! Что, срезать ушел? Не останется, бля. Решил срезать. На запчасти разбираем. Вадим, коробку я нашел тебе. Коксу! Передок включи! Толкните, давай! Давай, пацаны! Давай, давай, давай! Бессмертная копейка, мне кажется, при смерти находится. Там ехать некуда. А стартер есть? Давай газуй! Газуй! А ты блокировку ж не поставил или поставил? Толкни, что это? Ты блокировку поставил? Какая блокировка? Ты обычно стандартная. Ровно руль поставь. Поставь ровно руль. Ровно руль поставь. Толкните вперед! Сейчас, сейчас добавится лошадиных сил. Влево руль, влево руль, влево! Пошел, пошел! Давай! Вот это исполняет! Как он тут проехал? Охренеть! Пацаны, надо вам бежать тоже с ним, Вернитесь! Вы же во передний привод, куда вы пошли? Да выйдет, идем, вынесем. Не, это еще не все. Борьба продолжается. К сожалению, блокировка отключена задняя временно. Машина готовилась к лайту. А тут хард оказался. Ну, в прошлом году тут хард был, кстати, на этой траектории. С порогами небольшая проблема. Машина неплохая. Пробуй, ходом, ходом надо брать. Сюда, чтобы все честно было. Мне кажется, будет сложно. Давай! Ёханый бабай! Пошел, пошел! Еле убежал. Бля, ну его нахер снизить, я чуть не обосрался. Я говорю, реально, это пиздец. Что, серьезно? Говорю, Макс, давай съедем, потому что я уже посидел. А ну покажи. Ну, сел так тут. А, да, да, точно. Офигеть вообще. Как он тут проехал? Тут хард был в прошлом году. И не все ехали, кстати. Так, экшен продолжается. Надо было запускать. Сантраки подкладывай! С Максом ездит целый нахер! Я говорю, полжизни ушло! Так, песок очень глубокий, подъем очень крутой. Слышишь, давай! Да не, это ж семерка, она знаете какая крепкая? Да. Это ж не бэха семерка. Это лучше, давай, наверное. Ехать в сторону. У меня была семерка, не только бэха, когда-то в детстве. В 95-м. Надо было на эту сторону. Ой, семерка тоже была. Поберегись! Сейчас я... На бок ее не положите. Да все, нормально. Не-не, давай, давай, давай. Еще 18 щелчков еще. Подымай, когда перевернется, ты увидишь. Ты слышишь? Подложили? А это типа поможет? Если машина не полноприводная. Может. Слышишь, а этого безбашенного на белой машине нету. Я думаю, он там ждет где-то. Я думаю, да. Пусть ждет. Все? Нет, да не, оно просто пойдет вперед. А я хочу, чтобы она вперед легла на это. Да оно вот этой херней вперед пойдет. Да. Так, а ну давайте его с горочки столкнем. Конкурент едет. Подожди, стой, он нам еще пригодится. Инструмент в родной упаковке мне нравится. Ну, все, поехали. А не, он заднюю включил, хочет объехать. Надо вправо ему руль было крутить. Давай вправо, пусть вперед едет. Да не вправо, надо было дать нам всех. Ну давай назад. О, все!
зашел. Все хорошо, на старте. Пошел! Газу! 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 Пошел! Тихо, догоняем, догоняем! Ох, блин, идет! Смотри, у него проходимость выше намного. Вот это зверь! С антраками штурман догоняет. И я тоже с ними. Ну, батя дает. Поймал тачку, они там ждут где-то, я думаю, на Дубровку. Ой, блин, Андрюха укачивает. Так, идем по следам безбашенной копейки. Один есть, один второй, он пар идет, слышь, куда-то он теплотрассу снес, наверное. Это ближе, да? А не, просто радиатор сломал. Закипел. Такси вовремя. Шо там, батя, шо там? Вентилятор не включился. Не включился, да? Ну это не страшно, бывают и хуже проблемы. Вон, видите, вообще чувак застрял. Вот это правильный маршрут для правильных машин, да? Да. Это жесть. Там яма. Выходит вперед, лидеры выходят. Ушел. Да не, ну в таких спортивных машинах должно быть контрольное включение дополнительное. А контрольное тоже не сработало. Тоже не сработало? Вот блин, бывает же. Пытаемся догнать лидера. Пока это непросто, я вам скажу. Тут все в пару, в тумане, в мряке. Гляньте, он выскочил на трассу, выскочил. А как он выскочил? Закипело. Слышишь, он выскочил там, ты видел? Папа выскочил. Я не знаю. Выскочил на дорогу? Да, он уже на дороге, догоняй его. Может такого быть. Да я тебе говорю, он там выскочил. Я сам в шоке. Как он это сделал, непонятно. Мы должны его догнать. Вот, а, не тут, нет, где-то выскочил. Вот здесь, значит. Мы по его следам идем. А, ну все. Так равно, а как? Все равно ты посмотри, тут не каждый видит. Так а как он это сделал? Да, ну это ты не. Что, прямо шкурнул? Да не, ну туда он, ну туда поехал, а, я его видел. Я его видел, он туда поехал. Копейка, копейка. Как он это сделал, непонятно вообще. Мы должны его догнать. Забор впереди. Да ты шо? Мы должны его догнать. Слушай, я тебе отвечаю, я в шоке. Так все в шоке. Кто не в шоке тут вообще, покажи. Мигай, мигай. А, он эвакуатор о, спасает. А справа не видим. Давай по рельсам влево. Вы... Стой, стой. А, стой. Куда? По делу мы едем. Блин, он где-то уже должен быть на следующей траектории. Да, мы не в счет, ты что, да вообще все в шоке. Мы должны его настигнуть. Он где-то здесь должен быть. Или он пошел по лайту. Сейчас спросим давай вот этих.
А где копейка? Копейка. Погнали прямо.